Привет, вы на канале Крошка Маша, и сегодня мы распаковываем вот такого снеговичка. И, кстати, если на него наклеить наклейки, он правда снеговичок будет. И маленькая может попасться либо девочка, либо питомец. Как вы видели, что один нам питомец уже попался. И сейчас мы посмотрим, что будет в этих шариках. Но я начнем, пожалуй, с этого. Берем маленький. И начнем с этого. Так. Замочек. И открываем. Так, мы продолжаем открывать нашу куколку. Это потом попадется. Опа. Открываем. Опа. Опа. Я так хочу, чтобы попала девочка, это вы не знаете. Но там мальчик похож на пирата, и у него вместо кружочка в глазах сердечко. Ну все, остановились. И сейчас мы продолжим открывать. Вот такой у нас шар, тут блесточки, а тут у нас пакетики. Сейчас мы узнаем, кто там из куколки. Конфетти. Смотрите, какое конфетти. Такое конфетти, шка. И сейчас вот так оно переливается. И сейчас мы посмотрим, что в пакетике. Какой тут огромный пакет. А. Так, куколка. Ой, сколько тут пакетиков. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Попасться вот они. Вот такие. И вы видите вы сами, что тут один мальчик. Другая сторона. Такая вот сторона. И открываем пакетики. Сначала откроем. Хочу сначала куклу открыть, узнать, кто там. Итак, важный момент. Открываем. Смотрите, какая у меня сосочка в виде дурачка надутой. У нее есть вот такая вот сосочка. И она светится. У нее золотые брови. Сейчас мы ставим соску. И смотрим, что у нее за одежда. Так. Жвачку жевать вредно. Да это просто моя соска. Так, продолжаем открывать. Интересно, что у нее за одежда? Смотрим. Я думаю, что это? Это что? О! Это что? Смотрите. Мы сначала все распакуем. Вот такая одежка. Это не вся одежка, хочу сказать. Посмотрим, что здесь. Я думаю, это ее мои шорты. Итак, тут золотая соска. Вот такая сосочка. И сейчас мы проверим, что будет следующее. Ставим. Следующее, я думаю, будет сапожки. Я думаю, здесь сапожки. Вот в этом пакетике. А, тут золотые туфельки. Вот такие вот золотые туфельки. Они у нас с дырочками. Ставим сюда. И сюда. Так, что у нас будет следующее? Телесинка. Сейчас посмотрим, что у нас следующее в этом пакетике. Так, открыли. И пакетик. И там, да, там. О, золотые очки. Крутые. У нее прям все золотое. Видимо, она любит золотой цвет. А вы какой цвет любите? Посмотрим, что здесь. Я думаю, не знаю, что там. Смотрим. О! О! Платье. Смотрите. Платье. О, это...
кофта с юбкой. Вот Минкин. Юбочка и кофта. Ставим их сюда. Вот, такая куколка получается с одеждой. И сейчас мы посмотрим, что в следующем пакете. Последний! И мы оденем куколку. Открываем. О, это подставка. Подставка. Ставим сюда и наконец одеваем. Вот такой у нас шарик с водичкой. В него можно наливать воду, я набрала. И вот так он плевается. Ну как вам нравится? Если нравится, поставьте лайк. Вот такой шарик. И показываем куколку. Ее одели, вот такая вот она получилась. Прикольненькая, не правда ли? У нас куколка получилась. И вот кто нам попался, она самая частая. Вот такая вот куколка у нас получилась. Сейчас мы откроем следующий шар. Так, мы теперь открываем следующий шар пошел. Открываем маленький шар. Как вы думаете, попадется девочка или же питомец? Сейчас мы это и узнаем. Так, открываем. Продолжаем открывать. Интересно, кто нам попадется, девочка или же питомец? Это мы сейчас узнаем. Так, и кто у нас попадется? Открываем дальше. Опа! Вот и наконец-то! Так, кто там? Пакетик. Так, наклейки у нас подки к снеговичку, пока мы их уберем. И пакетики. Карандашик, кто нам может попасть? Давайте посмотрим. Это самое таинственное. Так, наш сличарь-бедянка нам попалась в прошлой серии. И так, смотрим. Тут есть вот такая радужная куколка и обезьянка наша. Так, здесь котик. Тут, короче, вы увидели, кто тут есть. Смотрим. Кто нам попадется? Пока убираемся. Ладно. Убрали шар. Сейчас смотрим, что у нас в пакетике. Опа. Опа. Что это? Сумочка? Сумочка попалась. Сумочка вот такая вот красненькая с полосочками. Ставим ее сюда. И наконец-то нас брелек. Вот туда тут три пакетика. Посмотрим. Смотри-ка, мы его не сразу видим, потому что он, как вы знаете, пушистый сначала. Его нужно отмывать. Смотрим. Что же там? И малыш мальчик. Смотрите, у него сосочек есть. Смотрите, какой мой. Садим его сюда. Опа. И по сумочкам. Вот такой малыш сумки. Малыши тоже прикольные. И смотрим. О, очки выпали. Огромные. Смотрите, какие огромные. Пик. У нас тоже популярный, как обезьянка, потому что у него стоит синий кружочек, а я пошла ложить его в морозилку. Пойдем, Маша, пойдем. Так, вот такой у нас матч получился, а девочку у нас цвет не поменяла. И сейчас я покажу вам моего снеговичка. Вот такой смешной получился. Перевертыш. Подводим итоги. Мне понравились он и она.
И сегодня мы открывали куклы, две Роу, маленькую и большую. Вы были на канале Крошка Маша, и мы вам снеговичком говорим всем удачи, всем пока-пока!